фильмы о красоте и невероятной силе людей, о сохранении памяти и культуре, о малоизвестных страницах истории, о лучшем, что есть в человеке. В Самаре наградили победителей 15-го международного фестиваля «Соль земли». В этом году в адрес фестиваля пришло более 500 работ, из них жюри отобрали 55 самых ярких документальных картин. 15 лет этот фестиваль живет в нашей губернии. 15 лет мы встречаем замечательных гостей. 15 лет мы смотрим замечательное документальное кино, знакомимся с уникальными судьбами, с историей нашей великой России. В Рио министра культуры Самарской области Ирина Калягина вручила приз губернатора режиссеру Евгению Кокусеву за фильм «Ученик Гиппократа», а награду главы города Елена Лапушкина вручила Никите Сташкевичу, который представил фильм «Квартет». Для меня фестиваль «Соль земли» – такое очень значимое мероприятие, потому что действительно представляются работы, которые для многих зрителей открывают интересные факты. Открывает новых людей, как для меня это случилось и в этот раз, в очередной, когда я просматривала конкурсные работы, вот познакомилась с удивительной женщиной, я не знала ее до сих пор, Нину Громову, потрясающе мудрой, потрясающе красивой, у которой была очень нелегкая судьба, но тем не менее она вышла победителем. Особенно тронул меня фильм «Квартет», фильм о учениках музыкальной школы, который на протяжении долгих лет ведет их педагог, их наставник, который учит их не только музыке, она учит их стойкости и правильному пониманию жизни. Жюри определило победителей фестиваля в 5 номинациях. «Здесь и сейчас» — это фильмы, отражающие явления современной жизни. «Времена» не выбирают, киноленты о людях, оставивших заметный след в истории России. «Русский собор» — фильмы, утверждающие ценности православной культуры, родного языка и традиционного уклада жизни. «Каму Гридеши» — работы, авторы которых размышляют о сложных и противоречивых явлениях и событиях жизни. «Чти отца твоего и матерь твою» — фильмы, направленные на укрепление семьи и связи между поколениями. Я думаю, что это не настолько за там, профессионалист, потому что тут есть мои старшие коллеги, которые снимают гораздо лучше, которые гораздо умнее, чем я. Но в фильме просто затрагивается тема, которая важна для всех нас, вообще для всех, потому что культура не бывает только национальной. Культура это принадлежит всему миру. Я думаю, что наше дело, дело документалистов, это рассказывать правду, потому что я все еще хочу верить, что правда – это сила. Напомним, что учредителем кинофестиваля выступил Поволжский общественный историко-культурный фонд. «Соль земли» традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области, администрации городского округа Самара и клуба почетных граждан Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.